Здравствуйте, с вами Владислав Ласов. В прямом эфире «Енисей. Новости». Главные темы к этой минуте. Виртуальные марши, военные песни из окон квартир и концерты с доставкой на дом. Как жители края встретили День Победы? Там вирус не достанет. В небе над Канском в честь праздника с невероятным гулом пронеслись легендарные миги. Как это было? Рекордный прирост. Плюс 106 заболевших коронавирусом за сутки. Где в крае зафиксировали новые случаи? Жарко, ветрено и дождливо. Как будет меняться погода на праздничных выходных и на следующей неделе? Сегодня страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Самый главный для россиян праздник. 1418 дней и ночей ожесточенных сражений, около 27 миллионов погибших. И нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В этот день принято вспоминать подвиги героев, тех, кто с оружием шел навстречу врагу, и тех, кто трудился в тылу. И, конечно же, чествовать ветеранов. И в этом году день 9 мая особенный. Впервые он без парадов, шествий и концертов. Из-за пандемии коронавируса праздник отмечали в режиме онлайн. И наш край не исключение. Традиционный бессмертный полк прошел виртуальным маршем. Главные песни Победы пели из окон квартир, а концерты устраивали прямо с доставкой на дом. О том, как красноярцы в режиме самоизоляции встретили День Победы, в нашем сюжете. Пожалуй, впервые в День Победы у мемориала так мало народу. В период самоизоляции к вечному огню пришли единицы. Кто-то принес цветы, кто-то портреты родных бойцов, чтобы вспомнить подвиги павших и живых и просто помолчать. Я со слезами на глазах, я очень чту, благодарю их. Я его очень люблю, этот день, и всегда с гордостью несу, чтобы почтить память. Мы очень любим. Спасибо, ветераны. Ветераны, мы с вами. Мы вас очень ценим и любим. Большинство горожан в этом году отмечают 9 мая дома, в кругу семьи. На улицах почти пусто. Душа праздника, ставший традиционным, бессмертный полк проходит виртуальным маршем. На площади у БКЗ тысячи портретов фронтовиков. Весь день их показывают на огромном экране. А вот площадь революции в этот день совсем непривычно видеть такой пустой. Именно здесь 9 мая проходило главное мероприятие. Торжественное шествие войск частей и силовых подразделений. В нем принимали участие тысячи человек, в том числе и ветераны, которые занимали почетные места на трибунах. Праздничное настроение с утра создавали красноярские артисты. Автомобиль с плакатом и флагами курсировал по улицам и заезжал во дворы с громкими песнями о войне. Жители подпевали прямо из окон и плакали на взрыв. А это уже Академгородок. Ветераны военно-морского флота устроили концерт для всей округи прямо на балконе многоэтажки. И это никого не оставило равнодушным. Вы знаете, хоть мы и разобщены по своим квартирам, по каменным клеткам, но это все равно объединяет наши души и наши сердца. И эта акция прекрасна. Присоединились горожане и к еще одной акции. На окнах портреты героев и символы памяти и надежды — белые журавли. Вот на этой фотографии мой дед Акулов Егор Антонович прошел всю войну, был ранен. Был ранен очень страшно. Если вот посмотреть на портрет, там заретушировано, у него остался очень серьезный шрам. Пуля попала прямо в лицо. Тяжело и страшно, и мы не имеем права просто забывать это. В этот день красноярцы не устают повторять. Подвиг ветеранов не забыт. Этот праздник мы обязательно отметим торжественным шествием. Пронесем по улицам портреты участников войны. Но все это чуть позже, когда вирус отступит и жители будут в безопасности. Екатерина Павленко, Диана Хатиашвили, Александр Ермошенко, Алексей Гусев, «Енисей. Новости». Ну а с самого утра на площади у Красноярского мемориала Победы по традиции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Алые гвоздики к вечному огню возложили губернатор Александр Ус, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, мэр Сергей Рюмин и другие официальные лица. В этом году из соображений безопасности церемония прошла скромно, без торжественного митинга и без массового скопления людей.
День Победы, пусть и в особом режиме, встретили по всему краю. В небо над Канском сегодня поднялись истребители. Легендарные «Миги» пролетели над городом на малой высоте, прошли боевой парой над военным мемориалом Победы. На фюзеляже каждого имя героя Советского Союза. Самолеты пронеслись всего один раз, затем приземлились на аэродроме «Дальний». А уже оттуда отправились в Новосибирск, чтобы принять участие в воздушном параде вместе с вертолетами местного авиаполка. К теме Великой Победы мы еще вернемся. Сейчас последние данные Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом. В крае зафиксирован рекордный прирост заболевших, плюс 106 человек за сутки. Таким образом, число зараженных в регионе уже превысило 1000. 13 пациентов, у которых ранее подтвердилась инфекция, скончались. За последние 24 часа 16 случаев подтвердили в Красноярске, по 2 в Минусинске и Канске, по 1 в Железногорске, Шарыпове, Большемуртинском и Емельяновском районах. 82 человека с COVID-19 в Северо-Енисейском районе. Часть из них – это работники компании «Полюс Красноярск». Информацию о заболевших прокомментировали и в самой компании «Полюс Красноярск». У большинства сотрудников, чьи пробы показали положительный результат, инфекция протекает бессимптомно. Они пройдут повторные тесты. Сейчас все заболевшие изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. И вот цитата из официального письма. На предприятии обеспечено выполнение необходимых противоэпидемических мероприятий. Внедрены перчаточно-масочный режим и меры по социальному дистанцированию. Проводится регулярная дезинфекция помещений. Комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции компания реализует в тесном взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и Министерством здравоохранения Красноярского края. Участники войны сегодня, конечно, в центре внимания. Красноярского ветерана Ивана Егорова по телефону поздравил полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он поблагодарил героя Победы за подвиги и пожелал здоровья. Еще подростком Иван Иванович добровольно ушел служить на Тихоокеанский флот. Стал лучшим радиотелеграфистом в школе связи. Прошел всю войну и до сих пор занимается патриотическим воспитанием молодежи. Встречается со школьниками и юнармейцами. Вот и сегодня он вспомнил, как 75 лет назад ночью у моря узнал о победе. Была тревога. По тревоге мы поднялись. Командир выстроил, поздравил. А потом то, что у нас было, пулеметы, пистолеты, все вылетело в воздух. Был такой шум. Не только наши, мы слышали и рядом части, там, где тоже победу. Все, конечно, такие обнимались, радостные были все. Столько времени шла, 4 года война. Всероссийские акции, посвященные юбилею Победы, поддержали и шахтерские города края. В Бородино, Назарово и Шарыпово поздравляли ветеранов, пели песни и даже светили фонариками с тяжелых экскаваторов. Подробности в нашем следующем сюжете. Эта песня звучит для назаровского горняка Дмитрия Абрамова. Он наблюдает за концертом из окна своего дома. Дмитрий Данилович воевал с 43 по 45. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны. А в мирное время работал в назаровском разрезе, пройдя трудовой путь от горного мастера до директора. Такой индивидуальный концерт – возможность поздравить ветерана в период пандемии. Весь коллектив разреза поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим вас за то, что вы и ваше поколение сделали для нас. Обещаем, что мы будем нести память о тех свершениях, которые были сделаны вашим поколением. И будем передавать эту память нашим детям, нашим внукам. Песню «День Победы» исполнили сотрудники Бородинского погрузочно-транспортного управления. Так они присоединились к всероссийской акции «Поем двором». Поддержали в Бородино и другую акцию «Окна Победы». Взрослые дети украсили здание СУЭК рисунками, плакатами и аппликациями на военную тему. Мы проводим конкурс у нас рисунков, стихов, флешмоб «Идет кино». И дети рисовали рисунки. Военная тема, она трогает всех. В шахтерских городах открыли сразу 2 памятника героям войны. А на Бородинском ремонтно-механическом заводе теперь есть мемориал, посвященный детям и подросткам, которые работали в тылу вместо ушедших на фронт отцов и старших братьев. Сложное было время, и вот в память о тех суровых годах
И в памяти тех, по факту, детей, которые оковали победу, мы сделали этот памятник. Я благодарен всем, кто воспринял на заводе эту идею как свою, принял деятельное участие в организации и строительстве этого памятника. Горняки Бородинского разреза прямо на работе присоединились к всероссийскому флешмобу «Фонарики Победы». Вечером зажгли огни на своих экскаваторах и в телефонах в знак памяти и уважения. Вячеслав Власенко, Енисей, новости. С самого утра на телеканале «Енисей» мы вспоминали тех, кто сражался и тех, кто трудился в тылу. «Живая память» – четырехчасовой проект, слова благодарности за мирное небо и поздравления с Днем Великой Победы. Мы рассказали о тех, кто ушел на фронт из Красноярского края, показали исторические кадры с полей сражений, специальные репортажи ко Дню Победы. А красноярские артисты в режиме онлайн исполняли такие знакомые военные песни. В студию поступило несколько десятков звонков со всего края. Жители делились историями своих фронтовиков. А всю неделю до праздника вы присылали нам видео поздравления, которое мы тоже показали в прямом эфире. Все они уже собраны в социальных сетях на наших официальных страницах. Посмотреть их можно, пройдя по ссылке на сайте enisei.tv прямо сейчас. Мне показалось, у нас вообще сегодня было такое какое-то единение с жителями края. Мы приняли, мне кажется, 3 или больше десятка звонков. У нас была постоянно раскалена линия. Люди постоянно звонили. У них такие невероятные были истории про их героев. Я даже не ожидала такого. Плакали в эфире. Кроме этого, мы показали много видеоисторий, которые собирали до того. Мы готовились, а люди просто снимали себя на телефон и присылали. И получилось, на мой взгляд, просто очень душевно. Теперь о погоде на длинные выходные. Уже завтра, 10 мая, выглянет солнце, и в Красноярск придет настоящая жара. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Дождя не ожидается, зато подует ветер до 12 метров в секунду. Таким же теплым будет и понедельник. Во вторник погода немного испортится. Пойдет дождь, возможно, даже с грозой. Столбики термометров покажут все те же плюс 25, плюс 27. И лишь во второй половине недели температура начнет понижаться. Ну а сейчас, пожалуй, главный сюрприз для всех красноярцев. С минуты на минуту небо над вечерним городом озарится красочными огнями праздничного салюта в честь юбилея Великой Победы. И, конечно же, мы покажем его в нашем прямом эфире. Все подробности знает моя коллега Елена Синькевич. Она выходит на видеосвязь со студией. Лена, мы все в нетерпении. Расскажи, откуда будут давать залпы и как долго мы сможем ими любоваться. Влад, здравствуй, здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажу обо всем по порядку, потому что новостей у меня очень много, и все они хорошие. Во-первых, в нашем городе будет не один салют, а сразу три. Это около Вантового моста в районе ТРЦ «Июнь» на острове Татышев. Ну и, конечно же, здесь, в районе набережной. Вот очень плохо видно из-за того, что темно, но вот на воде уже стоит баржа с пиротехникой. С минуты на минуту все должно начаться. Около 15 минут продлится сам салют. Ну и, соответственно, видно его будет со всех районов города, из-за того, что их еще и несколько будет, так что не обязательно выходить из дома. Более того, напомню, режим самоизоляции никто не отменял. Даже здесь вот мы сейчас на набережной стоим, здесь ходят сотрудники полиции и контролируют, чтобы не было людей. Ну и самое главное, что довольно красивый будет салют, во всяком случае, так рассказывают организаторы, его обещают многоуровневым, с высотой от 35 до 300 метров. Ну и залпов будет больше 1500, это довольно-таки много, будет больше сотни различных эффектов. Ну и на вопрос о том, какие цвета будут, нам ответили, что все, которые вы знаете. Поэтому чувствую, это будет очень интересно, но вот пока что ждем. Студия. Ну что ж, пока мы ждем салют, расскажем еще немного о том, как праздновали День Победы сегодня в крае. В Енисейском районе в селе Озерное появился еще один памятник героям Великой Отечественной войны. Деньги на строительство. А вот режиссеры подсказывают, что салют начался. Давайте посмотрим.
Что ж, мы наблюдаем заключительные залпы. Это очень-очень ярко и впечатляюще. Я напомню, это был праздничный салют в Красноярске в прямом эфире в честь 75-летия нашей Великой Победы. И это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Власов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Еще раз с праздником нашей Великой Победы. До встречи!